Ваши аплодисменты! Слово предоставляется Гульнур Галинуровне Кульсариной. Кадерли ватандаштар, дорогие соотечественники, все мы помним, как весной 2014 года вместе приветствовали возвращение на историческую родину Крыма. Сегодня мы говорим с возвращением домой Донецку, Луганску, Херсону и Запорожью. Да, наша Россия стала еще больше, и мы стали еще сильнее. Мы граждане большой, великой страны. И сегодня мы собрались, чтобы сказать, мы вместе. Безберге, бердемлекте беден кюс. Спасибо огромное. Слово предоставляется Лире Римовне Грушиной. Друзья, будучи много лет в спорте, посещая соревнования, тренировочные сборы, мы со своими спортсменами часто виделись с тренерами, спортсменами Луганской Народной Республики, Донецка. И каждый раз они нам говорили: мы русские. И действительно, это люди, несгибаемые воли. Их не согнуло ни НАТО, ни бандеровщина. Они действительно сильные, они молодцы. И сегодня, когда они свое волеизволение показали украинским властям, конечно же, это подтверждает еще раз. И мы надеемся в скором будущем и над Донецкой Народной Республикой, и над всеми этими республиками будет мирное небо. Мы вас ждем, встречаем. Мы с вами. Спасибо. Слово предоставляется Азату Ахметовичу Айтбаеву. Друзья, обращаюсь от имени молодого поколения. Мы будем помогать семьям, родным и близким наших бойцов, мобилизованных на территорию специальной военной операции. За нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь, и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Обязательно встретимся с вами.